you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем на серии Стрелок Реплей, это криминалочка. И сегодня я хочу немного заняться экстримом, так попрыгать на мотоцикле по крышам. Каким образом? Сейчас я вам покажу. Какой кабанчик, смотрите, какой кабанчик красивый. Давайте его здесь поставим. Я его забыл заглушить, как всегда, в принципе. Но кабанчик вообще четкий. Давайте его закроем. Алок. И теперь нам нужно забраться на самый верх. И в этом нам поможет гидра. У вас нет лицензии на полеты. Вот это на самом деле хреново. Ну, сейчас я с этим разберусь. Так, вот здесь можем купить лицензию на полет, в принципе. Как бы администратор я мог бы себе и выдать, но... Я команду ХЗ на самом деле. Тем более деньги есть, можно и купить, в принципе. Так, лицензия на... вот, где-то на полет есть. А вот, полет. Все, за 3000 всего лишь мы купили лицензию на полеты. Вообще заебись. Конечно, сейчас время 11 часов дня, онлайн маленький, но бывает. Так, Арзамас. Кстати, бонус при входе 10 миллионов и X2 Day. Так что заходите, все ссылочки будут в описании. Я здесь как бы частенько играю. Мне вообще по кайфу. Так, давайте возьмем. Так, этот сейчас уберем, наверное. Так, DL. DL. Так. DLVH. 376 и 374 убираем. Так, вот я уже заехал на крышу. И сейчас нам, смотрите, нам нужно вон. Вот туда, вот так вот все перепрыгивать. И конечный итог это вон там вот. Вот туда я вот туда я вообще никогда не мог перепрыгнуть нормально. Сейчас попробуем, сейчас пару попыток сделаем. Сейчас нам нужно в первую очередь сюда перепрыгнуть. Во-во-во-во. Вот это было опасно, что-то я сильно разогнался, я не ожидал, что так будет быстро ехать. Так, теперь нам нужно туда, по идее, да? Да, нам нужно туда. Сейчас разгон возьмем, потому что может быть недолет. Хотя, все нормально. Он в упор тут стоит, да. В принципе, да, тут все нормально. Так, теперь нам нужно попасть туда. Тоже небольшое расстояние. Оп. Зашибись. Так, теперь туда. Перепрыгнем просто так чисто. Надеюсь, мы перепрыгнем, потому что... Оп. Да, перепрыгнули, блядь, называется. Да, да. Охуенно прыгнул, блядь, называется просто. Просто изи, блядь. Сейчас придется создавать. Так, тел. Понял, иди. Так. Нет, дел. Так, ДЛВ 374. 520.00. И давайте взлетим. Да уж, невелика моя судьба, да? Ты, блядь, чё ты делаешь? Эй, Вася, чё, блядь, летит кусок дерьма? Мне это не нравится вообще. Чё за дорога вообще, я не помню даже. Так. Так, летаем. Летаем. Оп. Так, первое. 522. 176. 0. О, сейчас себе сидит. Вот новость. Нормально. Ладно, погнали, еще раз попробуем. Так. Это нам эту хуйню убрать. Во. И все будет заебись. Может, давайте попробуем сюда поехать. Вот, давайте сюда попробуем. Не знаю, что с этого получится, конечно. Попытка не пытка. Так. Оп. Зашибись. Так. Это не перепрыгни.
Блять. Не, ну это сильно. Ну, блять, это было сильно. Думаю, вы со мной согласитесь, что это было, блять, близко. Это было действительно близко. Воп. Воп. Самое опасное — это туда перепрыгнуть. Как? Вот реально, как туда перепрыгнуть? Просто тут надо еще с разгоном рассчитать, блин. Перееду, то все пиздано. Ай, надо было сильнее разогнаться. Я умер, ебать. Вот это поворот. Вот это поворот. Я тупо умер. Так. 374 не является. 375. Какую это его ID тогда? Блин, вот чуть-чуть не хватило. Вот реально чуть-чуть. Вот мы должны перепрыгнуть туда. Реально, вот мы должны это сделать. Точнее, я должен, да. 371. Спасибо. Надо разум был побольше брать. 520. Так, взлетаем. Мы взлетаем высоко, высоко в небо. На-ра-на-ра-на-на. Лети, кусок дерьма. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блин, он незамененный, он мне вообще не нравится. Незамененный. Оп. КВФ-522. Ладно, уже черный сделаю, хрен с ним. Может, нам на черном повезет. Так. Все, погнали. Извиняюсь, просто я приболел еще, поэтому немного голос у меня может быть хреновый. Так, давайте. Разгонимся. А, не получился такой трюк, как до этого, но все же. Но все же. Чуть не разложился я. Вот в чем прикол только что был. В том, что я чуть не разложился, да? Вот так. Блин, ну мы должны залететь, просто, блядь. Если перелететь, это тоже будет плохо. Нам нужно именно ровненько так припарковаться прям. Так. И... Давай, давай, давай. Нет. Ну, блин, ёб твою налево. Почти хватило. В натуре, блин. Знаю, вас это заебало, но... Я так просто не сдамся. 122.00. Так, я не то заспамню. 520 мне нужно. Так, все, я снова наверху. Так, поехали по той же схеме. Надо просто разгон теперь больше брать. Просто я боюсь перелететь, блин. Я думал, он доедет. Он не захотел, блядь. Курва. Вот курва. Так. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Ух ты, блин. Вот, не, вот реально, что-то эта модель, блин, вот на машинке как-то не так ее разворачивает. Хотя, может, я ошибаюсь. Оп. Это так было задумано просто. Так, а что у него фары не работают? Во. Так, нам нужен топовый разгон. Давай. Перелетел, блядь. Не, ну вы издеваетесь, да? Вы реально издеваетесь. Мерседес. Ку. Не, ну это конкретное издевательство. Я ж, сука, перелетел. Не, ну согласитесь, я перелетел. Поэтому сейчас мы сделаем вот так. Так, это не так я хотел сделать, так. Что он от меня хочет?
Кирилл. Так, хп. 5 хп. Так, просто. Не, спасибо. Не, спасибо. Все-таки, короче, я это сделал, чуваки. Наебнулся в конце, но, блядь, я залетел. Я же говорю, там либо прилетишь, либо, блядь, не долетишь. Там очень трудно, блядь, подобрать. Еще тормоза хуёвые, вот и Хаябусы, блядь. Ты топ. Спасибо. Тара-тара-тара-тай. Ладно, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.